Анастасия Шевлягина около года занимается тяжелой атлетикой в клубе «Греция». За это время спортсменка достигла больших успехов. На ее счету множество наград городских и областных соревнований. На очередных состязаниях в Дзержинске девушка заняла первое место в весовой категории до 64 килограммов. Главное не победа, а развитие и опыт, утверждает Анастасия. Не важно, что мне дали, это для себя. Даже я горжусь собой. Я благодарна тренеру, что он меня подготовил, что я могу уже таких высот достигать. Конечно, есть еще к чему стремиться, и это все со временем придет. Первенство Нижегородской области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет также победил Михаил Базаркин. Подъем штанги, приседания, становая тяга – лишь малая часть упражнений, которые регулярно выполняет школьник. Он тренируется по 5 раз в неделю, чтобы достичь нужной физической формы. Своими результатами на соревнованиях спортсмен остался доволен. Прошли хорошо, все подходы, 6 из 6 подходов, то есть практически идеально, первое место. Эти соревнования мне очень понравились, много хороших ребят, хорошие судьи, честно судили. Руслан Сергеевич назначил мне веса, и я выиграл. Руслана Казабаранова воспитанники считают вторым отцом. Всегда обращаются к нему за советом в спорте, школьных и личных делах. Тренер с гордостью рассказывает о достижениях подопечных. В основном все занимают на областных соревнованиях всегда места. Вот. Все в призах, все... Отзывчивые, спортивные, все стараются, все молодцы. Сейчас спортсмены клуба «Греция» готовятся к городским соревнованиям по жиму лежа и Кубку Нижегородской области по тяжелой атлетике среди мужчин, женщин и ветеранов, который пройдет 2 и 3 ноября в Дзержинске. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Не упустить шанса скрестить ракетки с чемпионами и призерами, посмотреть на их технику игры, перенять приемы. Мечта любого начинающего спортсмена – встретиться со своими кумирами, теми, кто побывал на вершине спортивного олимпа. У Владимира Новикова в этот вечер сбылось заветное желание – взять уроки игры в настольный теннис у чемпионов. На них очень интересно посмотреть, посмотреть на их технику. Это вообще точно такие моменты нужно точно присмотреть, не пропускать. Настольным теннисом Владимир Новиков увлекся 5 лет назад. Юноша постоянно участвует в различных соревнованиях, повышает свое мастерство. Он считает, что настольный теннис по своей тактике сродни интеллектуальным играм. В свои действия спортсмен должен рассчитывать на несколько ходов вперед. Надо очень быстро соображать и реагировать, продумывать свою игру, конечно, с любым соперником. Надо тренироваться и не сдаваться, до конца играть в любой ситуации. Праздник настольного тенниса с чемпионами впервые прошел в рамках ежегодного открытого городского турнира «Саровская ракетка». Приглашение дать мастер-классы для островчан приняли призеры российских и международных чемпионатов по настольному теннису Андрей Мазунов, Андрей Лапшин, Артемий Гончаров и Ирина Земскова. Для саровских спортсменов это отличная возможность повысить свой уровень игры. Как раз перед соревнованиями, да, чтобы ребята, и дети, и взрослые, и любители, и профессионалы в нашем городе, теннисисты, посмотрели технику, поиграли с мастерами. Задача такая, чтобы в нашем городе популяризация настольного тенниса продолжалась, не падала. Все играли в настольный теннис. Гости отметили, что уровень игры саровских спортсменов достаточно высокий, и мяч они держат хорошо. У ребят есть потенциал, который нужно развивать. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Таймермен – самый массовый международный кросс-нации в России. В нем приняло участие более 20 тысяч человек со всего мира. На кроссе-нации я пробежала 3 километра и оказалась в сотне лучших, за что получила заслуженную медаль. Одновременно с кроссом нации проходил и традиционный казанский марафон. На нем саровский спортсмен Максим Кистанов стал вторым. Максим Кистанов – марафонец, поэтому пробежать 21 километр 100 метров спортсмену не составило особого труда. К забегу в столице Татарстана он готовился на протяжении нескольких месяцев. Говорит, что на трассе приходилось бежать быстрым темпом. Скорости не хватило. Мы с Максимом, который занял первое место, мы догоняли те, кто убежал. Где-то на 10-м километре он начал прибавлять. Я уже чувствую, я такую скорость высокую поддерживать не могу. Но где-то на 14-м километре я беглецов всех обогнал и старался убежать как можно вот, длинным финишем. На полумарафоне Максим Кистанов улучшил свой результат на 30 секунд и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. По словам Максима, трасса в Казани была простой, но сложности все же случались. Погода нам, можно сказать, подвела.
пошел дождь. Вот был кусок трассы по набережной. Мы бежали там по бетонной мостовой. Она была настолько скользкой, даже кроссовки проскальзывали. А там где-то, наверное, 3-4 километра мы по ней бежали. Беговой сезон для атлетов закрыт, но только не для Максима. Спортсмен готовится к очередным соревнованиям, которые пройдут весной 2020 года. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» приняли участие в соревнованиях Кубка комплексной спортивной школы Олимпийского резерва по летнему двоеборью среди лыжников, которые проходили на лыжно-биатлонном комплексе в Саранске. В соревнованиях по кроссу первые места в своих возрастных группах заняли Мария Казикаева, Александр Трунов и Сергей Шаров. В соревнованиях по лыжероллерам в свободном стиле на первую ступень пьедестала почета поднялись Мария Казикаева, Александр Трунов и Никита Родионов. В этом году участниками соревнований стали около 300 сильнейших лыжников из Мордовии, Пермской, Пензенской, Нижегородской, Ульяновской областей и Республики Мариэл. В Сарове прошел муниципальный этап первенства региона по градошному спорту. Поклонники игры собрались на спортивной площадке стадиона «Авангард». Соревнования проходили как в личном, так и в семейном зачетах. Самыми меткими показали себя Александр Сидоров, Борис Васильев и семья Сисяевых. Воспитанник Саровской школы акробатики Михаил Заломин одержал победу на четвертом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. На соревнованиях в испанском Валле-Идолиде саровчанин показал результат в 79 баллов, опередив португальца Карвала Косту и американца Александра Ренкарта. Напомним, что ранее Михаил Заломин выиграл золото этапа Кубка мира в Хабаровске. Хоккейная команда «Саров» стала серебряным призером по результатам турнира среди команд младших юношей 2009 года рождения «Эмералд Кап». Валерий Баранов признан лучшим защитником. Никита Ваганов стал лучшим в номинации «Полезный игрок». А Егор Ушенин в специальной номинации «Парень в порядке» от партнеров турнира. Первое место в турнире завоевала команда «Мотор» город Заволжье, третье место «Волна» город Казань. Игра «Зорничка» проходит в нашем городе уже второй год подряд. В этот раз за путевку в финал боролся 21 сад. В итоге из них отобрали самые подготовленные команды. Детям предстояли спортивные эстафеты, бег на скорость и прыжки в длину. Большое внимание уделили и интеллектуальной подготовке малышей. Детсадовцы рассказывали, как вести себя на дороге, что нужно делать, чтобы не случился пожар, и как оказать первую помощь. Акцент сделали и на знание истории России. Патриотическое воспитание, направленность на патриотическое воспитание, чтобы дети наши дошкольного возраста знали уже о своей родине, о истории своей родины. То есть вот эта «Зорничка» соревнование не только спортивное, но оно направлено на патриотизм. В результате победу одержала команда детского сада номер 9. Серебро у воспитанников 30-го сада, бронза у 37-го. Игра вызвала восторг у малышей, даже у тех, кто не занял призовые места. Нравились тебе соревнования? Да. А что понравилось? Нет, мне понравилось, как мы бегали. А что было сложного? Было сложно, как мы собирали вещи для врача. Так, а тебе понравилось? Да, мне понравилось, потому что тут можно только прыгать и быстро бегать. А что было самое сложное? Эстафеты. А почему? Потому что там надо быстро бежать. Мне не было сложно ни аптечку собирать, ни бегать и не прыгать. А что понравилось? Мне понравилось, что мне наклеивали пластыри, что мы бегали. Да, мне очень понравилось. А что больше всего понравилось? Мне понравилось бегать. В конце октября для самых маленьких спортсменов города пройдет малышада, а весной детсадовцы и их родители примут участие в эстафете «Папа, мама, я – спортивная семья». Екатерина Пенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.